Дорогие друзья, с вами Яна Федорова. И в этом видео я покажу вам, как я поливаю свои глоксинии. Там поступало много вопросов, когда увидели мою квартиру, как у меня все это содержится на стеллажах. И люди спрашивали, как же я их поливаю. Просто бутылкой обыкновенная вода, не отстойная, просто из-под крана. Вот они вот сухие. Вот так беру и поливаю. Понемножку, не так уж много. У меня эти стаканы без отверстий, без дренажных отверстий. Хорошо, конечно, если у вас мало растений и есть возможность вот каким-нибудь подобным инструментом с пипкой с какой-нибудь полить. Это, конечно, будет более точно. Вот так это будет выглядеть. Но у меня такое множество растений, что я так долго буду с этой штучкой заниматься. Поэтому я просто из бутылки лью, как придется, да и все. Вот так вот. Я специально вам сейчас покажу насчет того, что если вода попадает на листья, что можно, в принципе, этого не бояться. Вот я просто специально побрызгаю произвольно. Вот, видите? Ничего страшного не будет, если вода попадает на листья. А как же вы думаете, что я такое количество растений содержу, и никогда у меня ничего не проливается, вода не попадает на листья? А как же они в природе тогда растут? Так что ничего этого не надо бояться, если вода попадет на листья. Просто смотрите внимательно, если вот, ну, вот например, как здесь в серединке водичка, ее просто стряхните. Вот она, чтобы она не застаивалась вот в этой серединке. Если она застоится, то это может, конечно, привести и к болезни, и к гибели растения. Просто вот так стряхнуть или промокнуть чем-нибудь, все. Вот так вот я, когда что-нибудь проливаю, то или опрыскиваю, осматриваю потом их, смотрю, где, если на листьях застоялось в каком-нибудь углублении, так раз, стряхну просто, да и все. Никаких следов после этого, никаких последствий от поливание листвы водой, ничего, это наоборот даже им полезно. Так что вот такие новости, очень просто вот так вот полив из обычной бутылочки. Поливаю, как придется, да и все. Так, вот верхняя полочка. Вот сегодня пришла на эту квартиру. На этой квартире я не живу. Здесь у меня только растения. Они все сухие. Два дня прошло, и вот пора уже поливать. Сегодня буду поливать, потом немножко еще поснимаю. И так занимаюсь день за днем с ними. Вот так проходит эта вся процедура полива. Ничего сложного это не представляет.